Мы находимся на стенде компании Giant. С нами продавец-консультант Андрей. Андрей, вот мы смотрим, есть новые интересные карбоновые рамы. Расскажите нам поподробнее. Да, вы правильно заметили. Модель новая, это 2015 год. Верхняя линейка шоссейного велосипеда Propel Advanced SL. На таких рамах ездит команда Giant Alpecin, конкретно Марсель Гидель. Практически на сегодняшний момент это лучший спринтер в мире. Рама полностью карбоновая, имеет карбоновый интегрированный руль вместе с выносом, карбоновый шток, аэродинамические тормоза, встроенный ICP поседельный штырь, датчик Ride Sense, который считает у нас количество оборотов педалей. Ну, в принципе, все. Вес такой рамы порядка 900 грамм. А какова цена данной рамы? Цена данной рамы 3420 долларов. Расскажите нам, почему вот у вас на стенде Giant находятся рамы другой фирмы? Я расскажу почему. Потому что компания Giant делает новый женский бренд, называется Leaf. Это рама для шоссейного велоспорта, ну, считается как дорожная рама, а также можно ездить и в гонке с раздельным стартом. Рама называется Leaf Envy. Производится в Тайване, делается тем же Giant, только... По сути, это просто женский бренд новый. Ну, также имеют карбоновый руль, алюминиевый вынос. Ну, все, что вы видите, это полная комплектация этой рамы. То есть все входит в комплект. Руль, вынос, подседельный, штырь карбоновый также. Отлично.